Здравствуйте! Время новостей Евразии на Акчент-ТВ. В студии Богдан Танасов. О самых главных событиях самого большого континента расскажем прямо сейчас. Возобновление работы межправкомиссии и двусторонние отношения Молдовы и России. Обсуждение на высоком уровне. Россия готовится к так называемому процессу экспорта пенсии в страны Евразийского экономического союза. Информационное сотрудничество. 75 лет со дня победы в телеэфире стран Содружества независимых государств. С 21 по 30 июня в столице Беларуси проходили вторые европейские игры. Первый сафари-парк Кавказа приглашает на экскурсии. В Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась уникальная выставка из коллекции Сергея Щукина. Возобновление работы Молдо-Российской межправкомиссии, продление торговых преференций для Молдовы, разрешение для автотранспорта из Молдовы на поставки наших товаров в Россию, расширение списка отечественных предприятий, поставляющих свой продукт в Российскую Федерацию, и импорт российского газа в Молдову. Эти и другие темы президент Молдовы Игорь Дадон обсудил со специальным представителем президента России Дмитрием Казаком. 24 июня по приглашению президента Игоря Дадона состоялся второй визит за этот месяц спецпредставителя президента России по торгово-экономическим отношениям с Молдовой, вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Казака в Молдову. Как рассказал глава государства, в рамках беседы обсуждались двусторонние отношения Молдовы и России. В первую очередь стороны обсудили возобновление работы межправкомиссии после трехлетнего перерыва. Хочу напомнить, что последнее заседание межправкомиссии было в ноябре 2016 года. Почти три года межправкомиссия не собиралась. Вопросов очень много, которые нужно обсуждать, и я думаю, что сегодня будет дан старт хорошей плодотворной работы. Продление торговых преференций для Молдовы – еще одна тема, которую обсудили высокопоставленные лица. Как и было обещано, глава государства обратился к Дмитрию Казаку с просьбой рассмотреть возможность продления договоренности, которая действует до 1 июля. Речь идет об экспорте 5 товарных позиций из Республики Молдова в Россию без пошлин. Соответствующая договоренность была ранее достигнута Игорем Дадоном и Владимиром Путиным и вступила в силу 1 января текущего года. За этот период существенно увеличились поставки. От 50% на некоторые товарные позиции до несколько раз именно по этим товарам. Молдавские производители сэкономили несколько сотен миллионов лир. Это конкретная помощь. В ходе встречи был поднят еще один важный вопрос – разрешение для автотранспорта из Молдовы на поставки наших товаров в Россию. Срок действия документов заканчивается на днях, и потому глава государства попросил вице-премьера Российской Федерации помочь в разрешении и этой проблемы. Кроме этого, Игорь Дадон и Дмитрий Казак обсудили расширение списка молдавских предприятий, которые смогут поставлять свою продукцию на российский рынок. Есть вопрос по поводу расширения списка предприятий, которые могут поставлять свои товары на российский рынок. Это как и виноделие, так и наши консервные заводы. Наверное, этот вопрос тоже на межправкомиссии обсудят. И последний важный вопрос, который хочу сегодня проинформировать. Я об этом говорил и с премьер-министром сегодня утром. Нужно побыстрее начинать переговоры по поводу поставок газа для Республики Молдова. В свою очередь Дмитрий Казак, специальный представитель президента России по торгово-экономическим отношениям с Молдовой, поздравил всех граждан нашей страны с успешным разрешением политического кризиса мирным путем. Мы сегодня здесь для того, чтобы после преодоления этого кризиса возобновить работу, двустороннюю работу по сотрудничеству между нашими странами. Мы заинтересованы в налаживании взаимовыгодных отношений во всех сферах. Речь идет о налаживании взаимовыгодных отношений и в гуманитарной сфере, но основное направление, по словам Казака, это сельское хозяйство. Мы рассматриваем предложение Ильи Николаевича, надеюсь, сегодня мы услышим это же у правительства по поводу продления того режима поставок подарочной продукции в Россию, которая есть сегодня. Чрезвычайно важно, чтобы в рамках межправкомиссии, так сказать, были сняты барьеры, которые намечаются или есть для сотрудничества со стороны Российской Федерации, для экспорта в Молдавию со стороны России, для инвестиционного сотрудничества. Очень много накопилось проблем за период, когда, так сказать, эти отношения были заморожены.
ходе своего рабочего визита в Минск президент Молдовы провел двустороннюю встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Стороны обсудили широкий круг вопросов по двусторонним отношениям и констатировали динамичное развитие. Отдельной темой беседы стали последние политические события в нашей стране. Я хочу поздравить вас и весь молдавский народ, элиту молдавского народа, что вы достойно вышли из непростого положения, сложного положения. Я все время думал о Молдове, думаю, какой вы молодцы, что вы сохранили вот это единство. Александр Лукашенко подчеркнул, что своими уверенными действиями новая власть Молдовы показала стойкость и решимость. Он считает, что на этом тяжелом пути руководству нашей республики придется еще немало пережить, чтобы поднять благосостояние молдаван до нормального уровня. Однако белорусский лидер уверен, что это удастся, как и укрепить сотрудничество между Белоруссией и Молдовой. В свою очередь Игорь Дадон поблагодарил Александра Лукашенко за оказанную поддержку и заявил, что он приложит все усилия для того, чтобы удержать установившееся в нашей стране хрупкое равновесие. Спасибо большое за оценку. Поверьте, для меня это очень дорогого стоит. Ваше мнение о том, что у нас происходит, и ваша оценка для меня лично, для молдавского народа очень важна. Равновесие, которое очень непросто. В качестве президента я практически каждый день их собираю. Вместе советуемся для того, чтобы двигаться вперед, потому что мы получили этот шанс. Он, может быть, Молдове дается один раз. И мы должны этот шанс обязательно его использовать. Собеседники подробно обсудили и торгово-экономические связи между двумя странами. Об этом Игорь Дадон написал на своей странице в социальной сети. Республика Беларусь остается одним из крупнейших торговых партнеров нашей страны. В 2018 году оборот составил 215 миллионов долларов, из которых экспорт наших товаров – это более 87 миллионов. Подчеркнул интерес молдавской стороны к углублению сотрудничества в сфере промышленности и инвестиций и к наращиванию экспорта нашей агропромышленной продукции. Отметил и постоянное взаимодействие глав наших государств и правительств, председателей парламентов, а также деловых кругов. Убежден, что новый кабинет министров уделит приоритет внимание диалогу с Республикой Беларусь. В завершении беседы Игорь Дадон пригласил Александра Лукашенко посетить Молдову осенью, когда в нашей стране начнется сбор винограда. Россия готовится к так называемому процессу экспорта пенсий в страны ЕАЭС. После вступления в силу соглашения о пенсионном страховании, российскую пенсию получат те трудовые мигранты, которые делали выплаты в Пенсионный фонд России, но до сегодняшнего дня не получали пенсию. Соглашение о пенсионном обеспечении работников Евразийского экономического союза находится на финальной стадии. В настоящее время документ отправляется во внутригосударственные процедуры, которые должны быть завершены к 1 августа текущего года, после чего планируется его подписание. По данному соглашению предусматривается выплата пенсии мигрантам даже после его возвращения на родину. После вступления в силу соглашения на экспорт пенсию будет иметь право любой гражданин, трудящийся, который проработал в любой другой стране Евразийского экономического союза не менее одного года. В Министерстве труда и социальной защиты России заверяют, что в новом соглашении будет изменена схема оплаты. Работник может обратиться в пенсионные органы государства, в котором он или она проживает, или государство, в котором он поступил на работу. Документы, необходимые для оформления выплаты российской пенсии, должны быть представлены в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. Каждая страна выплачивает свою часть трудового стажа в соответствии с законом. Пенсии в этом случае не уравниваются. Российский гражданин, который проработал в Республике Армения, например, 5 лет, он будет получать за 5 лет пенсию, она будет начисляться по законодательству Республики Армения. Если гражданин Армении проработал в Российской Федерации там энное количество лет, то ему будет начисляться пенсия за российский период по законодательству Российской Федерации. В этом случае гражданин Армении может обратиться как и в Армении за получением пенсии и российской, и своей, так и в Российской Федерации. Россия отправляет сумму, выделенную за трудовой стаж в России, в страну ЕАЭС. После этого гражданин получает полную пенсию, как за трудовой стаж в своей стране, так и в России. Пенсия, которую он проработал в Российской Федерации, в полной мере не уменьшена. В том размере она доходит до пенсионера. То есть пенсия идет за пенсионером. Не пенсионер за пенсией, а пенсия идет за пенсионером.
Новые условия не будут иметь обратной силы. За первый год пенсионный фонд выплатит дополнительно 166 миллионов рублей. 91 миллион рублей из этой суммы будет выплачено гражданам Российской Федерации, которые покинули Россию и проживают в других странах, членах ЕАЭС. Оставшиеся 75 миллионов будут выплачены гражданам других стран ЕАЭС. Ожидается, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано к концу года, а вступит в силу в следующем году. Одна победа, один межгосударственный медиапроект. В Минске руководители телекомпаний стран СНГ обсудили создание общего информационного продукта. В его рамках планируют освещать 75-летие победы в Великой Отечественной войне. За одним столом руководители телекомпаний стран СНГ – Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, России. Никакой конкуренции. Тема для обсуждения объединяет. Совет думает над единым телевизионным проектом по освещению 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Самое главное – то, что все наши страны, наши народы, наши зрители вместе празднуют в этот день. Вот поэтому нельзя здесь говорить слово «проект». Надо просто подумать, как правильно показать в эфире этот всеобщий праздник. Удачный опыт уже был. В 2009 году телекомпания «Мир» совместно с национальными вещателями провела у стен Брестской крепости многочасовой телемарафон. Так начиналась победа. 9 мая – особенный день для жителей стран Содружества. Память об этом сплачивает уже 75 лет, в том числе и в мультимедийном пространстве. То, что сейчас эта инициатива поддержана, то, что мы будем вместе отмечать этот великий день, я думаю, огромный залог на будущее в том, что и следующие проекты будут. И я очень верю в то, что проекты придут, которые будут устремлены не в область нашей памяти о прошлом, а в будущее. Сближению стран и культур помогает межгосударственный информационный пул. Это своеобразный мультимедийный банк, который каждый день пополняется сюжетами из стран СНГ. Основная цель проекта – сформировать общее информационное пространство на территории стран Содружества. Мы имеем общую платформу, которая нам позволяет обмениваться видеоматериалами. Буквально по несколько сюжетов в день мы сами отдаем и принимаем из самых разных республики. Это абсолютно безвозмездно, абсолютно бесплатно на каких-то общественных началах. И это, конечно, для нас большое достояние, в общем-то. Я не говорю о каких-то финансовых вещах, это позволяет нам не содержать корпунты в странах СНГ. О вещах каких-то, я говорю, ментальных, да, это позволяет нам не допустить разрыва, так сказать, связей, то, к чему, в общем-то, многие нас подталкивают. Руководители телекомпании обсудили и другие темы. Сейчас страны СНГ активно переходят на цифровое вещание. Поэтому говорили о технологиях и качестве изображения. В Москве прошел третий форум социальных инноваций регионов. Мероприятие было организовано Советом Федерации и столичным правительством. Это крупнейшая дискуссионная площадка, на которой обсуждались социальные проблемы. В первую очередь борьба с бедностью, увеличение продолжительности жизни, совершенствование систем образования и здравоохранения, а также улучшение демографии. Как отмечали на форуме, в настоящее время перед Россией стоят амбициозные и масштабные задачи – реализация национальных проектов, которые направлены на достижение нового качества жизни для всех поколений российских граждан. А это требует новых прорывных технологий, синергии государства и неправительственных организаций. В России необходимо создавать систему более активного информирования граждан о целях и ходе реализации национальных проектов, отмечали участники форума. Социологические исследования показали, что всего лишь 44% россиян слышали о нацпроектах, и только 7% понимают, что они собой представляют. В этом году в работе форума приняли участие около 30 тысяч человек. Впервые приехали представители всех российских регионов. Своими проектами и опытом в области социальной инновации поделились и иностранные эксперты. Я думаю, некоторые вещи изменились. Появилось научное понимание счастья, появился мировой рейтинг счастья. Мы видим, что люди сейчас по-иному измеряют прогресс. Есть ВВП – это то, как мы становимся богаче. Но сейчас люди стали понимать, что этот показатель не определяет настоящий успех.
В этом году форум проходит в новом открытом формате. Каждый желающий может посетить его мероприятие. Сегодня столица России – один из лидеров среди мировых мегаполисов по внедрению инноваций, в том числе и социальных. Представителям субъектов Российской Федерации предложили попытаться предметно изучить московский опыт, взять те готовые пакетные решения, которые можно уже сегодня перенести в свои субъекты. Еще есть одна важная составляющая развития социальной среды – это участие бизнеса. И, как подчеркнул мэр столицы, во главе любого нововведения, особенно в социальной сфере, должен стоять человек – конечный потребитель услуг. Ведь государство собирает налоги и должно отвечать перед обществом за эффективное их использование. Форум стал крупнейшей дискуссионной и презентационной площадкой, где вырабатываются новые инициативы, формирующие вектор развития в социальной сфере, отметили его участники. А в Кыргызстане строят дорогу, которая свяжет север и юг страны. Одна трасса в республике уже есть, но она сильно перегружена. Новая магистраль будет в два раза короче. Проезд для машин по мосту еще не открыт. Таких эстакадных мостов не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии еще не строили. Высота опор 80 метров, 40 метров над водой и еще почти столько же уходит в землю. В этом районе планируют строить новую ГЭС. Она будет больше и мощнее Токтагульской. Эти опоры и станут основой плотины, поэтому инженеры делают все тщательно, чтобы эстакада была надежной в эксплуатации. На данном этапе идет монтаж балок пролетного строения. Завершено 14 пролетов. После монтажа, завершения монтажа, устраивается омоноличивание, то есть объединение балок. К амбициозному проекту страна готовилась не один год. Чтобы соединить север и юг Кыргызстана новой дорогой, финансирование искали больше 10 лет. Стоимость всех работ специалисты оценивают 900 миллионов долларов. Около 40% новой альтернативной трассы строители буквально отвоевали у природы. Здесь были горы и скалы, по которым могли проходить только дикие животные. Сначала геодезисты прочертили гипотетическую трассу, а дорожно-строительные бригады воплощают их чертежи в реальность. Разработка ведется только с помощью буровзрывных работ. Буровзрывные работы начинаются с бурения скважин. Вот как вы видите, да? На склоне видно следы скважин. И далее уже закладывается само взрывчатое вещество, аммонат, и происходит взрыв. И таким образом постепенно мы опускаемся вниз. Протяженность новой альтернативной дороги 433 километра. Это в два раза короче старой. Строительство поделено на десятки участков. И пока на одних еще идут буровзрывательные работы, на других укладывают асфальт. Главное – это температурный режим асфальтобетонной смеси. Это чтобы температура не превышала 180 градусов, потому что уже кристаллизация битума и станет разрушаться. Самый сложный участок, по мнению специалистов, на Ферганском хребте. Буровики прокладывают 4-километровый тоннель. В день проходят по несколько метров. Больше половины работ уже сделано. Если все будет идти по плану, дорогу сдадут в эксплуатацию в 2022 году. Известные журналисты и популярные блогеры из Казахстана отправились в пресс-тур по Беларуси. Он приурочен к 75-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Знакомство с Беларусью они начали со знаковых мест. В первую очередь посетили музей Великой Отечественной войны. Впереди встреча с казахской диаспорой, посещение мемориального комплекса «Хатынь». Также гости приняли участие в митинге реквиями в память жертв войны, который прошел в Бресте. Мой дед был в Беларуси, защищал Беларусь. Он получил множество медалей за взятие Кёнигсберга, за отвагу орденом Советской войны, получается, за освобождение Беларуси. Он, получается, во время войны выезжал на самые горячие точки фронта и спасал своих товарищей, спасал им жизни. Я считаю, что такого рода мемориальные комплексы, такого рода музеи, которые мы здесь сегодня увидели, это действительно такая вот основа той духовной культуры, которую мы должны через призму тех исторических событий сохранять. Историческая память, она очень хрупка. Вы правильно сказали, что сейчас очень много информации, которая пытается направить нас на какие-то другие выводы относительно тех страшных дней. В рамках пресс-тура журналисты посетили и посольство Казахстана в Беларуси.
С 21 по 30 июня в столице Беларуси проходили вторые Европейские игры. В крупнейшем мультиспортивном форуме континента принимали участие более 4000 спортсменов из 50 стран, которые разыграли 200 комплектов наград в 15 видах спорта и 23 дисциплинах, а также лицензии на Олимпиаду 2020 в Токио. Но спортивных фанатов собирали не только сами соревнования, но и особые фан-зоны. Фестивальная зона вторых Европейских игр разместилась в парке Dreamland. И это больше, чем просто фан-зона, потому что здесь располагались 20 локаций. Это и детская зона, фуд-корт и даже несколько главных сцен. Чтобы пройти вовнутрь и почувствовать полностью атмосферу всего города, достаточно приобрести билет. Сориентироваться на площади в несколько сотен квадратных метров просто. Помогают яркие указатели. Все зоны активации в рабочем режиме с полудня. Сразу у главного входа внимание на мягкую фан-зону. На большом экране беспрерывно идут трансляции спортивных соревнований. В нескольких метрах трансфер в белорусское средневековье. У нас здесь стоят навес для бойцов, для отдыха, для приема пищи. У нас здесь есть шатры для проживания. А у нас есть здесь ристалище, в котором, соответственно, мы тренируемся, показываем бои. Вот такие. И, соответственно, показываем, какой был средневековый быт. Фестивальная зона без возрастных ограничений. Для посетителей 0+, головоломки в компании аниматоров. В это время взрослые могут побыть в виртуальной реальности или встретиться с любимым спортивным клубом. Потому что спорта у нас ровно столько же, сколько и музыки. У нас на 5 сценах будут электронные сцены, где будут выступать артисты в разных музыкальных жанрах, такие более молодежного, например, формата. Сцена топ-артист у нас представляет молодых исполнителей, которые известны в своих узких кругах. По вечерам большинство гостей встречались в эпицентре парка. Все импульсы фестивальной зоны на главной сцене. Лайн-ап расписан на все 12 дней с 16 до полуночи. Организаторы наполняли каждый вечер самыми яркими хедлайнерами, которые известны далеко за пределами Беларуси. Парк собирал каждый вечер около 1000 музыкальных фанатов. И это отличная возможность расслабиться после напряженных соревнований. Ведь весь Минск жил Европейскими играми. Мне очень нравится, как наш город преобразился. Приятно видеть такое большое количество людей, которые действительно улыбаются, идут. Они все вовлечены в этот процесс. Действительно масштабно, и уровень поражает. Потому что даже, как и многие другие люди, мы наблюдаем через открытие. Это было действительно очень масштабно, красиво, и хочется просто поаплодировать. Фестивальная зона – это единственная локация, которая продолжит работать и после официального закрытия мультиспортивного форума. В Бурятии будут выращивать саженцы сосны в теплицах. Первый посев уже состоялся. Вскоре лесники планируют увидеть всходы. Пока за грядками усиленно ухаживают, проветривают помещение и поливают 3 раза в день. Все для того, чтобы быстрее восстановить тайгу после пожаров прошлых лет. Каждое утро работник лесхоза Александр Иванов заходит в теплицу и аккуратно поливает каждый сантиметр этой хвойной грядки. Пока всходов не видно, но буквально через 2 недели она должна начать зеленеть. На первый, как здесь говорят, высев ушло 50 тысяч семян. Сначала их подержали в растворе марганцовки, чтобы защитить от вредителей, и только после этого опустили в землю. Между строками, ну как мы сделали расчет, 5 сантиметров. 5 сантиметров. Да, на глубину, ну где-то... От 0,5 до 0,7 сантиметров. Это будущие грядки, да? Да, это будущие строки на грядках. Пока семена осваиваются в тепличной грядке, лесники приглашают посмотреть, как продвигается работа по лесовосстановлению. 70 километров по бездорожью до Алтайского заказника, одного из старейших в республике. 10 лет назад на этом участке прошел сильный лесной пожар. Огонь тогда уничтожил более 500 гектаров тайги. Лесники, конечно, как смогли, ущерб природе компенсировали и высадили 1,5 миллиона
саженцев сосны. А сегодня сотрудники лесхоза возлагают большие надежды именно на новую систему для того, чтобы процесс восстановления леса проходил как можно быстрее. Руководитель местного лесхоза вспоминает, как с коллегами боролся буквально за каждый метр живого леса, как разбирали горельники, прокладывали борозды, закупали саженцы и выращивали ровные аллеи из молодых сосен. Говорит, если с теплицей все получится, решится сразу несколько проблем. Не придется ездить за саженцами в другие лесхозы и тратить дополнительно деньги и время. В рамках государственного задания у нас ежегодно планируется 100 гектар посадки. Это порядка 350 тысяч штук. Не только в Мухоршибирском районе. Сейчас большая работа по восстановлению лесов идет по всей республике. Там, где в прошлые годы пожары уничтожили сотни тысяч гектаров тайги. В этом году 27 тысяч гектар подлежит лесовосстановительным работам. Это искусственные посадки, это содействие молодой поросли, это очистка территории, это минерализованные полосы. Ну, то есть целый комплекс мероприятий. Экспериментальная сосновая грядка тоже входит в этот комплекс мер. Местные лесники говорят, если все пойдет по плану. В лесхозе готовы построить еще 10 тысяч таких теплиц. Уже и земельный участок под это дело подготовили. Парусный спорт в последние годы становится все более популярным. И Казахстан не остался в стороне. Вот уже 5-й год подряд в регионе проводится международная парусная регата на Кубок Акима Алматинской области. Одна из целей – популяризация туристического досуга в этом регионе. Женщина на корабле, к несчастью, это не про парусный спорт. Фаворитами прошлых соревнований было именно женское трио из Новосибирска. Посмотрите, дама, вот сейчас одна у нас еще не сносилась с 2016 года наш номер. Сейчас вот прилетим новенький. Женской команде чуть более 10 лет. За это время коллектив, что называется, сработался и неоднократно поднимался на пьедестал почета различных регат. Тримаран, на котором ходят девушки из Сибири, носит имя «Шаман». Название пришло после одной любопытной истории. В первый год ходили мы безымянные были, а потом на какой-то гонке... На хороших скоростях? На какой-то гонке у нас стрингеры вот эти вот. Они полые, то есть в них дырки, ну, они пустые. И когда она на гонке, он завыл, он такой низкий, такой, типа, звуки бы такие, о, шаман. Мистических способностей шаман от своего имени, конечно, не приобрел. Однако соперники видят в нем сильного конкурента. В первый день гонки задача экипажей – откорректировать маршрут. А впереди 200 километров дистанции по Копчагайскому водохранилищу. Если будут неблагоприятные ветровые условия, ну, для яхтсменов нет неблагоприятных. У нас неблагоприятный – это только штиль. Все остальное – отличный ветер. Мы будем идти, скорее всего, больше, конечно. То есть мы влево, вправо, лавировочку. Километраж обычно в полтора раза увеличивается. Регата на Копчагайском водохранилище среди спортсменов считается серьезным и опасным испытанием. Переменчивые ветра и перепады глубин создают немало хлопот. Добраться до финиша и не сойти с дистанции здесь по плечу только опытным спортсменам. Кыргызский детокс, когда экотуризм не просто интересен, но и полезен для здоровья. В республике начался сезон кумысотерапии. Сотни гостей приезжают в лечебницы, чтобы поправить здоровье кобылим молоком. Оно хорошо очищает организм и укрепляет иммунитет. На ферме Замира Сабаева 20 кобыл. Дойкой занимается сам. Говорит, лошадь подпускает к себе только того, кому полностью доверяет. В день каждая дает по 2-3 стакана молока. Можно и больше надоить, но мы оставляем немного жеребятам. Кобылье молоко очень полезно, поэтому мы решили расширить хозяйство и превратить в бизнес. Сейчас сюда, в курортный комплекс, приезжают как на отдых, так и для лечения. Место стало популярным и у иностранных туристов. Кумыс обычно пьют при нарушении пищеварения и простудных заболеваниях. Пить молоко нужно теплым. Когда оно парное, то сохраняет все полезные элементы – витамины А, В, С и аминокислоты. Калейман уже 9-й год проходит профилактику кумысом в начале лета. В этот раз я приехала с внуками. Мы здесь 5-й день, и я уже чувствую, что мой организм омолодился и очистился. Сейчас мне 71. Благодаря этой терапии я планирую прожить еще как минимум 20 лет. Лечиться кумысом приезжают целыми семьями. День пребывания на ферме стоит 23 доллара. Мы за здоровый образ жизни. Так что будем сюда стремиться еще раз попасть в это прекрасное место. Кумысотерапия – одно из популярнейших направлений экотуризма в Кыргызстане. Только в Бишкекской области в сезон свои услуги предлагают около сотни хозяйств.
Благородные олени, муфлоны и лани. Посмотреть редких животных в естественных условиях обитания теперь можно и в Азербайджане. Там заработал единственный сафари-парк на всем Кавказе. Единственный сафари-парк в Азербайджане построен в Шимахе на высоте 2000 метров. Общая площадь 620 гектаров. И здесь обитают более 1000 голов диких животных. Передвигаться по парку можно только на машине и в сопровождении сотрудника. Пешие прогулки запрещены. За это полагается штраф в $100. Для сафари-парка огородили часть заповедника Пиргулы. В его лесах обитают рыси, волки, кабаны, косули, горные бараны и моралы. А вот другие животные – лани, благородные олени и муфлоны – на грани исчезновения. Несколько сотен особей привезли из других стран. Они занесены в Красную книгу Азербайджана из-за охотников-браконьеров, так как их рога и мясо очень ценятся на черном рынке. И наша главная цель – увеличить их численность. Ради этого по распоряжению президента и при участии местных властей и создали сафари-парк. Посещения платные, а деньги идут на спасение редких видов животных. Интерес к парку большой, но сотрудников пока не хватает. Шахмал Гасанов – заместитель директора, но сам проводит экскурсии. Персонал нужно не только набирать, но и обучать. Дикие животные очень чувствительные и пугливые, и не каждый может обращаться с ними. Парк открыт для посещений с 8 утра до 6 вечера. Прогулочный маршрут – 10 километров. Стоимость поездки – $12 в человека. Чаще всего увидеть животных можно возле кормушек. Такие кормушки есть в трех точках по всему туристическому маршруту. Здесь турист может максимально приблизиться к животным. К концу этого года в сафари-парк планируют завести зубров. Их доставят из России. Кинематографисты из Таджикистана выходят на международный уровень. В Москве состоялся показ таджикских фильмов, которые получили высокую оценку кинокритиков и положительные отзывы от любителей кино. В эти дни в Москве в кинозале Государственной Третьяковской галереи было особенно многолюдно. Здесь состоялся показ фильмов таджикского режиссера Мухаммедина Музафарова «Теснина» и «12 лет ожидания», которые получили высокую оценку кинокритиков. Фильм посмотрели видные деятели культуры, представители таджикской диаспоры и студенты российских вузов, а также гости и жители Москвы, которые также высказали свое восхищение относительно талантливой игры героев картины. Мы очень рады в Третьяковской галерее, что теперь к тем фильмам Таджикистана, которые были сняты еще в советское время, у нас добавляются показы фильмов, сделанных в современном Таджикистане, потому что мы рассматриваем кинопрограммы у нас в галерее как часть очень важные работы, направленные в том числе на постижение культур не только национальной, русской национальной культуры, но и культур наших соседей, культур стран мира. И мы очень надеемся, что вот к тем единичным показам классики таджикского кино, которые уже прошли на протяжении последних полутора лет в Третьяковской галерее, в наших программах образовательных, и чему нам очень помогал посольство Республики Таджикистан в Российской Федерации, прибавятся и показы новых фильмов, которые снимаются в Таджикистане. И мы очень будем рады сделать такую программу. У нас есть такой цикл, он называется «Краткая история национальных кинематографий». Мы надеемся, что в следующем сезоне мы сделаем краткую историю таджикского кино. В фильмах затронуты проблемы, волнующие современное общество. Мэтры кинематографии тепло отозвались о картинах и в целом о развитии таджикского кино. Я не ожидал, что такого серьезного уровня картины, сделанные, в общем, Хадженти на новой студии. Но это серьезный режиссер появился. Я очень рад. «450 картин импрессионистов и модернистов». В Москве в Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась уникальная выставка из коллекции московского купца Сергея Щукина. Он собрал ее всего за 20 лет, приобретал полотна, которые его восхищали, но были непопулярны у любителей искусства. И не ошибся. Сейчас эти шедевры являются историческим наследием.
Если, увидев картину, ты испытываешь психологический шок, покупай ее. Так писал своей дочери один из самых знаменитых коллекционеров России Сергей Иванович Щукин. За свою жизнь он привез на родину более 250 полотен. Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо. Полотна этих художников подарил соотечественникам Сергей Щукин. Успешный промышленник, он собирал картины более 20 лет. Лично дружил с Анри Матиссом и приобрел у него 37 лучших работ. Щукин вообще был такой персонаж очень экспансивные, очень увлекающиеся. И у него были такие периоды острой любви к некоторым художникам. И несмотря на то, что в этом зале представлено много разных имен, и Дега, и Синьяк, и Ренуар, вот Моне – это первая его большая любовь, когда, собственно, он окончательно ощутил себя коллекционером новой живописи, коллекционером модернизма. Свою коллекцию он собирал как пазл. Рядом картины, близкие по драматургии и настроению. На одной стене Лондон Моне, танцовщицы Дега и девушки в черном Ренуара. Именно так картины висели и в музее-особняке Щукина на Знаменке. Революция разделила коллекции между Москвой и Петербургом. А теперь она снова вместе, впервые под крышей одного музея. Коллекция по существу воспитала художественный вкус России и дала возможность родиться русскому авангарду. Коллекция воспитала глаза несколько поколений, четырех примерно поколений русских художников, которые были после 14 года отрезаны от западной культуры и французской культуры. Европейский зритель с уникальным собранием уже знаком. 3 года назад Щукина выставляли в парижском фонде «Луи Виттон». Теперь французские гости приехали и в Москву с коллекцией картин, скульптур и фотографий современных художников. Собрание разместили в соседнем здании галереи искусств стран Европы и Америки. Мы дружим с вашим зрителем, и поэтому привезли сюда художников с яркой индивидуальностью. Эта выставка в таком составе была создана специально для Пушкинского музея. В Париже у собрания есть свой музей, а мне было интересно полностью адаптировать его под Россию. В коллекции фонда «Луи Виттон» 65 экспонатов. Мастера со всего мира, которые работали в период с 50-х годов до наших дней. Это и фотографии Энди Уорхола, инсталляции Моны Хатум и скульптора Альберто Джакометти. Выставка продолжит свою работу до сентября. Вы смотрели программу «Континент». Мы рассказали о главных, заметных и интересных событиях минувшей недели. Жизнь, опыт и новые достижения жителей Евразии каждую неделю по субботам в 19:00 только на канале Акчен ТВ. Напоминаю, больше подробностей вы можете узнать на нашем сайте или на странице «Континент» в социальной сети Facebook. Всего доброго, увидимся!